Всем доброе утро! Утро доброе! Мы вчера так классно встречали Машу. Конечно же, я сейчас поделюсь с вами. Обещала влог до 12. Так и сделаю. Покажу все, что готовила. Да, кстати, по поводу того, что готовила. Вот, если кто-то соберется приготовить такое блюдо, значит, смотрите, вот именно на где идет лук. Да, вот внизу лук, потом сверху, что там у нас, синенький был, да, я сказала кабачок, можно синенький, это, в общем-то, особой роли не играет. Здесь важно, вот где я сверху на фарш капусту, вот эту капусту, надо хорошо-хорошо с солькой промять, чтобы она была мягкая. И засыпать гораздо сильнее, чем засыпала я. Все было очень вкусно, очень классно. Но как бы я понимаю, что если бы была гора капусты больше, чтобы оно накрылось прям капустой, было бы еще вкуснее. Но, в общем-то, блюда очень вкусные, очень классные. Всем рекомендую. Так, Маша, это, конечно, сплошной позитив. Сейчас вы все увидите. Боже, подарков нам навезла. Смотрите, сейчас покажу. Это бабушке. Это досточка, да, с такого натурального дерева. А с той стороны, видите, вот типа как иньянь, ну, это для фруктов. Вот, нарезочка и сюда выкладываем. Машунечка, спасибо, мне очень-очень нравится. Ну, еще они нам там напитков закарпатских привезли, ихнюю там эту медовуху, там все такое. Вики подарки. Ну, я немножечко... В общем-то, эти все подарки, которые дарила Маша, будут у Вики на канале. Потому что я просто... Ну, я не успевала снимать, потому как... Ну, все хотелось, и эту Машу все время тискать хотелось. В общем. Так, ну, все. Я болтать прекращаю и сейчас покажу вот все, что происходило у нас вчера. Оставайтесь, не уходите. Подготовка идет полным ходом. Перчик уже почищен. Там у меня размораживаются крылышки. Так, зелень уже вся намытая. Все подготавливаем. Фарш у меня уже готов. Мужа сегодня кормила утром, видите, вкусняшками. Оладики периодически. В субботу что-то можно такое себе позволить. Вы только посмотрите на вот эту красоту. Вот. За что я люблю лето. Вот эти все свеженькие помидорчики, молоденькая морковочка. И сейчас я это все заливаю подсоленной водичкой. Почему подсоленной? Потому что потом я не угадаю на соль. А так я сразу водичку попробовала. Вот так. И все. На газ и готовится. Вот такие штучки у нас получились. Вот. Красивенько и вкусненько. Так, ну мы готовы к встрече гостей. У нас уже накрыт стол. Все красиво. Хотела показать мужа, но он, как всегда, с голым торсом. Сейчас побежит одеваться. Красота, правда? Но это еще не все. Потому что пойдем в духовку. Потому что вот там у нас крылышки, которые зальются вот этим соусом. Рецептик у меня в прошлом видео о соусе и этих прекрасных крылышках. Вот это уже залитые соусом крылышки. Ну и как же без бутербродиков с красной рыбкой, которые я забыла на стол поставить? Уже несу. Идут мои гости, идут мои гости. Приветики. Привет. Спасибо. И тебе и ты приветик. Сегодня спокойно. И ты приветик. Кто это может ходить в этих своих босоножках? Тебе в них удобно? Да нет, я сниму. Снимешь? Так, ты знаешь, как тебя только что обозвали? Как? Я говорю, кто там пришел? Он говорит, судя по всему, Артем старый. Ничего, я не обижаюсь. Оправдывается, говорит, оказывается, старший Артем, а не старый. Это я глуховато.
А Кэти просто счастлива от встречи с Артемом. Она не знает, что ей делать. Это ж надо, она его так любит. Ой, смотрите, смотрите, какой подарок. Я так понимаю, что это Артем принес для Маши, да, Артем? Убежал Артем. Боже мой, мне даже самой интересно, что же в этом пакете. Сейчас я притащу свой пакет. Два. Три пакета. Так, но мы с Сашей тоже уже свои подарки принесли. Так что будем... Все ждем только Машу. Вот она наша зайка. Улыбится уже из окошка. Вон она. Выходи давай. Никогда не может, чтобы не опоздать. Никогда. И что там так долго? Артем такой серьезный. Маша с улыбочкой. Ой, что-то там еще с багажника что-то еще достает. А, сумки, 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 сумки. Так, встречаем. И кто там у нас? 20-летняя внученька моя, 20-летний зайчик мой взрослый. Привет, малышка. Да, да, привет. Добрый вечер. Пробачьте, мы затрималися, бо ми заїжджали до мами, на місці. Да, нічого. Все, Кеті всіх встречає. Давай. Давай, да? Машунька. Добрий день. Добрий день. Дай їм тапочки. Тапочки на легенькі. Дякую. З дівчинкою я ще не обнімалась. З дівчинкою ще йде обнімати. Добрый вечер. Привет. 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 Добрый вечер. Да, 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 ты тоже. Взрослая внучечка. Ого, вот это камера. Вот это номер. Да, я еще такую камеру не видела. Эй, кнопки у нас. Влади, Влади. Ой, мы соскучили за тобой, взрослым. Пойдем подарки принимать. Идем, идем за подарками, идем за подарками. Я с этой внучкой хожу вот так на носочках рядом, хожу на носочках, потому как этот длиннючий ребенок этот вообще. Пойдем, он на третий подарки. Пойдем. Боже, Кэти, да что ж такое? Присаживайся. Девушка! А я не знаю, снимать, не снимать, сидеть. Все, Кэти, пошли, пошли. Ух ты, тут целый стол. Где дедушка? Саша! Нет, это собака. Отсюда! Можешь ее погладить? Да. Машенька, я решила, что вот такой комплект, на котором написано стиль. Одна подушка для мальчика, одна для девочки. Там что-то написано, типа мужское, женское? Ну, там оно видно, что оно такое. Так, дедушка. Дедушка, держи. Так, это мы тебя поздравляем. Это раз. А это, Маша, крейзи. Знаешь, что такое крейзи? Не знаю. Бешеные. Да. Это бешеные рюмочки. Ну. И бешеные стаканчики. Это чтобы я уже вообще в хлам, да? Нет. Хлам. Нет, вот это у меня, понимаешь, с открыванием напряженка. Это рюмочки, не валяшечки. Которые нельзя поставить, пока не выпьют. Которые, да? Нет. Которые не переворачиваются, не разливаются и не падают. Это прекрасно. Понимаешь? Учитывая то, с кем я живу. Мне написали. Блин, ну ты что вообще? Мне написали, додумалась внучке бокалы с рюмками дарить. Да нет. А я считаю, что... Взрослая у меня уже внучка, 20-летняя, принимает гостей, друзей, они все разноцветные. Артём, ты же это самое, ты же в первую очередь должен оценить. Выбирай себе, с какой ты будешь. Смотри, зацепишь сейчас это. В общем, Машуня, они все разноцветные. Классно. Я думала, что это как-то стильно и по-молодежному, и это все... Главное, марку не давать их мыть. Вам пригодится. Ну, ты знаешь, я смотрела, чтобы были толстые. Потому как я знаю, как это все.
как это все бьется, я это все знаю. Поэтому выбирали из толстого. Да, не валяшки. Ну или бешеные бокалы. Так, складываем. Саша, там где-то есть в этой пакет, чтобы это все сложить в пакет. Прекрасно, вот. Надо было вычистить, у вас уже все так натерло. Да, вот, я жду. Я очень надеюсь, Машуня, что это тебе... Белье должно тебе точно понравиться, потому что... Так, вручаем. Ты же понимаешь, что надо творчески развиваться во всем. Да. Ну, я думаю, чтобы вам было вечером как проводить время, я решил такой подарок подарить, конечно. Ну, ты умеешь играть на балалайке? Нет. Ну, придется научиться. Разрывать. Можешь начинать прямо сейчас. Ты что, шутишь? Нет, серьезно. Это цирк. Да ладно. Ну, Артем. Давай, хочешь, я тебя... Вас в компании там в доме кто-то играет в какой-то инструмент? Я не знаю. Придёшь, хорошо. Балалайка, Артём. О, круто. Не, не балалайка. А я понимаю. Сковородка. Не просто сковородка, а идеальная сковородка. Спасибо вам большое. Мама, спасибо. Я, знаешь, ты выбирала просто. А кто выбирал? Нашел Артем, между прочим. Я ему запрос дала, какой надо. Вот так давай. И он ее откопал, ее спрятали. Ну вот ты понимаешь, и говорят, что дарить внучке на 20 лет. Она что-то ест со стола. Маш, я не уверена, что я правильно сделала. Потому что у меня большая моя сковородка вот так крутится. Да, это же моя большая сковородка. У меня есть одна подружка маленькая, которую мама Артема подарила, она очень долгая. А когда большую используют, то крутят крутящуюся. Да? Да, это она. Это та сковородка, что надо. Вот так, Маша, 20 лет, ты понимаешь, какие подарки, да? Посуда, сковородки, постели и так далее. Мне очень круто. Это говорит... Картошки нажарим теперь. Без лука. Без лука. Это говорит о вступлении в взрослую жизнь. Нет, я только думаю, это ладно. Не, ну это было... Я бы не удивилась, если честно, если бы реально подарили балалайку, это было бы, в принципе, а так бы нет. Ну, в принципе, нормально. Очень. Такая... Хорошая. Да? Да, Кейти, тебе тоже нравится. Класс, спасибо. Супер. Да, ну все, подарки я приняли. Да, я как-то... Мне было лень просто, вот не могла я уделить время на выбор и покупку, поэтому... Нет, класс. Так, девочки, к столу. Ну а как по-другому? По-другому никак нельзя. С натуральным медом, типа без всяких там непонятных штук, непонятных. Так, и вроде бы все, вроде бы ничего не забыли. Да. Короче, надеюсь, вам всем будет вкусно и полезно. Вот это очень полезно, мне кажется. Давай съедайте. Сейчас будем это все пробовать. Это сейчас я все буду рассказывать. Нет, это новое блюдо. Ну, в общем, всем приятного аппетита. Ой, малосольная. Не греческая. У меня гордость моя, что свои 20 ты сделала столько. Давайте дорогие не плакать, пожалуйста. Тоже нет, не будем плакать, все нормально. Шутка. Свои 20... Ты, блин, сделала столько, сколько не каждый в 30 и в 40 делает. Реально очень, очень необычайно горжусь, что у меня такая дочь. И что у тебя есть пара, и вы очень хорошо ладите. Короче, рада я за вас обоих. Не знаю, что сказать, но реально у вас все круто. Все, вы молодцы. Вы состоявшиеся партнеры.
которым, ну не знаю, море по колено, мне кажется, вы можете добиться вместе очень многого, потому что у вас есть друг друга поддержка сумасшедшая, и классно, что вы друг друга нашли достаточно рано, и до сих пор вместе, значит все супер, значит все супер. Где-то я, может, когда-то ошибалась, сейчас я, вот у меня абсолютно спокойная душа. Может, мне без того, что ты ошибалась, не ошибалась, ты не было бы без того. Может, в любом случае у вас все получилось, и я очень рада, что вы добиваетесь успеха, в общем-то, тост такой уже, а вас получается. Свадьба получается. Нет, это вообще не к этому, это такое, знаете, можно жить себе, не думать об этом. Но, тем не менее, за тебя, Машуня, за твои 20, ты умничка, ты золото мое. Договаривались не плакать. Люблю тебя. Ура! Ура! Так, Артем, что ты делал? Не, я пока сейчас. Я уже не один раз рассказывала, проснувшись утром в твое 20-летие, я с ужасом подумала, что 20 лет не мне. Не дочке. И даже не Вике, а 20 лет моей внучке. Вот когда ощутишь, что тебе 59 на носу. Машуня, это такой прекрасный возраст. Ну, в общем-то, все еще впереди. И при том, сколько ты уже всего достигла, я не знаю, я тебе желаю просто вот идти легко, вот так, как ты идешь. И вот этот твой позитивчик, вот эти твои визги, вот эти твои восторги. Я когда смотрю твои видео, я не знаю, это это моя внучка. Потому что это просто взрыв вот этой вот эмоции, вот этого визга, вот всему радоваться, наслаждаться жизнью. Вот я тебе желаю вот так всю жизнь прожить, наслаждаться жизнью. За тебя, Машулька. Живи и наслаждайся жизнью. Такую. Ну и, конечно же, пусть тебя любят. Конечно, безусловно. Тебе сейчас мама и бабушка столько нажелали. Я хочу присоединиться к этим пожеланиям и пожелать вам и тебе здоровья, счастья и любви. Коротко и доступно. Пьем за тебя. Конечно. 20-летие. А здесь у нас нежности, обнимашки, целовашки. Да, Машу любим. Любим Машу, да, красава. Ой, такая девочка. Боже, что-то громко телевизор. Это красивая такая девочка. Вот так. Вот так. Вика тоже это все снимает. Саша наливает. А мальчики наши все про мотоциклы. Все про мотоциклы. Резины, мотоциклы. Вот они нашли друг друга. Кто там наглее? Да, глаза в глаза. Кэти, мы снимаем себя в зеркале, да? Постоянно у нас днем не получается. Я завтра приеду к папе. Кстати, так интересно, а что ты снимаешь? Как ты днем идешь к папе, а никак не можешь попасть к Даше? Да. В ночь идешь к Даше? Да, а что нам делать? Она в понедельник куда-то уезжает. А я завтра до понедельника к папе. Позаботься. У нас начинаются сборы. Так, Маша. Маши нету. Маша пошла. Маша, руки мыть. Руки мыть, да. А Маша подарки не забыла? Мы сейчас забираем там в комнате. Вы их отдельно в комнату сложили? У них тут еще сковородки надо пособирать. Складывает. Дедушка работает. Складывает внучке подарочки. Внучке подарочки. Нюня, да. Ты все подарки забрала? Балалайку. Самое главное, балалайку взяла. Да. Маша с балалайкой, видели? Все, мы поехали.
Это сковородка. Так, Маша, мы поехали. А, дедушка, понимаешь? На подарки надо кулечек. Это понимаешь? Ты понимаешь, почему он это тебе несет? Чтобы не выкидать. Понял. Ага. Чтобы ему завтра раненько на мусорку нести. Вот так. В полной упаковочке. Пока, солнце. Спасибо, ребята. Что ты натворила вот здесь в доме? Кэти, что ты наделала? Посмотрите, она разгрызла тапочек. Ну, конечно, тапочек не нужный, одноразовый, но тем не менее. Вот тот самый тапочек, который Кэти... был когда-то тапочком. Да. Ну, не правда ли? Это был прекрасный вечер. Боже мой, я в очередной раз просто понимаю, какая я счастливая мама, бабушка. Что женщине для счастья нужно? Хороший муж, классные дети, а если еще и внуки? В общем, ребята, завидуйте, но белой завистью. Все, мы уезжаем на природу, потому что сегодня мы продолжаем поздравлять Машу. Кто ее еще не поздравил? Правильно, братик Андрюха. Поэтому Андрюха будет поздравлять Машунечку прямо на природе. Машунечка с Липусечкой тоже приедут. Мои зайчики приедут к нам. Обязательно мы это все будем снимать и делиться с вами, наши дорогие подписчики. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик и всегда получать наши позитивные видео. А я с вами прощаюсь. Пока. Люблю, целую, Таня.